Дневной рубеж прибыли в начале октября. В настоящее время, находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха, нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у военнослужащих завелись белевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания. Также нашим парням не предоставляется гуманитарная помощь, в том числе спецоборудование. Обмундирование пришло в негодность, новое не доставляется.